На следующей неделе в Астане пройдет финал всемирной серии бокса, в котором встретится казахстанский клуб «Астана Арланс» и кубинская команда «Куба Домодорос». Финальные бои в прямом эфире будут представлены на телеканале «Хабар». Обе команды выигрывали последние два сезона в WSB. «Арланы» стали чемпионом в 2013 году. В подготовке казахстанского клуба к важнейшему матчу сезона участвуют сильнейшие боксеры и специалисты, в том числе главный тренер клуба Марат Джакиев и наставник национальной сборной страны Мырзагали Айтжанов. Команда проводит специальный сбор, упор делается на технико-тактическую подготовку. К матчу готовятся Самат Башенов, Мейрам Нурсултанов, Василий Левит и другие. Официальный состав на матч с кубинцами тренерский штаб объявит за три дня. До матча финальные бои между казахстанским клубом «Астана Арланс» и Куба Домодорос пройдут 20 и 21 июня в теннисном комплексе «Даулет». В финале как бы очень такой серьезный соперник, который уже много лет лидирует в мире, кубинцы. Ну, ребята готовы, потому что мы уже встречались с ними на Олимпиаде, на чемпионате мира и во многих международных турнирах. Сейчас последний сбор у нас идет, подготовка, специальная подготовка, основной техника, тактическая подготовка.